Потом вот так смотреть прям, да? Вот так все мы стоим, сидим и смотрим. На протяжении месяца редакция телеканала «Нефтекамск-24» принимала конкурсные работы. В результате 4 октября собралась комиссия в составе 4 специалистов. Среди них были сотрудники управления образования, профессиональные дизайнеры, монтажеры, а также журналисты. При просмотре роликов они учитывали оригинальность идеи, качество звука в ролике, а также интересное текстовое сопровождение видеоматериала. На самом деле очень сложно выбрать победителя одного, потому что все дети подошли очень творчески, все молодцы, все старались как могли. Я уверена, что они и сами от процесса получили удовольствие. Ну а мы рады результатам. В итоге члены жюри выделили 2 конкурсантов. Это учащиеся 11 класса из школы села Ташкинова. Если вы не знаете 1 Петра от Ольги Сергеевны по истории 2. И учащихся 5 класса гимназии номер 1. Не умели мы читать, писать и умножать. И за 4 года смогли мы взрослыми стать. В обоих видео можно было увидеть кропотливую операторскую работу и необычную идею. В результате продолжительного спора первое место было отдано ребятам из Ташкинова. Именно они получают фотосессию для класса. А вот ребята из гимназии номер 1 получат поощрительный приз от нашего телеканала и батутного центра «Мегаджамп». Но остальные конкурсанты не останутся без внимания нашей редакции и зрителя. Все эти ролики можно будет посмотреть на нашем телеканале «Нефтекамск-24», то есть обязательно ролики появятся в эфире. И, естественно, куда мы без интернета, да, они появятся в нашей группе, развлекательный портал «Нефтекамск-24». Остальных участников конкурса мы призываем продолжать участвовать в различных мероприятиях от телеканала «Нефтекамск-24», ведь их планируется немало. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».